Toyota 4Runner, право, принимаем, останавливаемся. Toyota 4Runner, 15.01, право, принимаем, останавливаемся. Outro tempo, senhor, mas outro tempo. Движение переоборудованных машин зачастую агрессивное. Как правило, всегда сопровождается ревом, шумом и другими звуками, нарушающими покой граждан. Практика свидетельствует, что данная часть автомобилистов особенно активна в ночное время суток. Больше всего страдают жители массива, чьи жилища находятся в непосредственной близости с крупными магистралями города. То есть установка специальных звуков на автотранспортное средство. У нас есть специальные специалисты, которые... Должны сейчас измерить. Сейчас личный состав УПСМ города Бишкек ориентированы на выявление и задержание такого рода транспорта и принятие мер в соответствии с законом. Если будет установлен факт кустарного переоборудования, специальный прибор покажет, сколько звука должно исходить от двигателя в соответствии с нормой. Если превышена соответствующая ставка, принимаются меры со стороны сотрудников патрульной милиции в рамках закона. Сотрудниками управления патрульной службы милиции города Бишкек проводятся рейдовые мероприятия под кодовым наименованием «Перемоток». В этом случае наших сотрудников именно работа направлена именно тем транспортным средством, которые переоборудованы, именно звуки от двигателя транспортного средства, именно и уличные звуки, как называется, установка выхлопную трубу. В рамках рейдового мероприятия переоборудование не обошлось и без водителей в нетрезвом состоянии. Среди них сотрудник госрегистра, который оказывал сопротивление сотрудникам патрульной милиции и угрожал нашей съемочной группе. Че ты? Кто ты такая? Мне тыкать? Эти с***, Вы с***. Были водворены на штрафную стоянку более 11 автомашин с переоборудованной выхлопной системой. То есть эти автомашины, выхлопная система этих автомашин превышала определенную норму децибела. Были проведены рейдовые мероприятия совместно с госэкспертизой. Также помимо этого была водворена 11 автомашин, под управлением которых водители являлись в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, управление водителем транспортным средством, переоборудованным или установленным дополнительным оборудованием, не предусмотренным конструкцией транспортного средства, кодекса о правонарушениях влечет наложение штрафа в размере 5500 сомов. Айслом Мурзакова, Эрмек Кадыров, Эсенбек Усенов, Утыркачуй, город Бишкек.